не пропускает. Ну, тут мы с вами все видели только то, что видели. Вот лазерные указки, тут тоже, видите, существуют. Хави Алонсо и Бензема. Вот на той же самой точке, что Хедира. Вот что делает футболист, который должен здесь находиться. Ну, разная работа, да. Василий. Разная работа. Да, совершенно верно. Выполняет угловой. Точно на голову! Ну, 72-я, ну почти, да? Ты проиграл, Василий, все равно. А Реал выходит вперед. 2-0. Серхио Рамос. Мы говорили о том, что без голевой передачи он не уйдет, а он не уходит без гола. Я думаю, Юр, если бы ты забил Валенсию на Месталье, ты был бы гораздо счастливее. Так что, Доль, будешь? Он должен быть адресатом. Матье. Не на Джонаса. Отлично! Отлично! Пабло Эрнандес близок к голу. Сальдано! Да! 2-1! Камбэк! Конца и вполне себе реально отобрать очки у мадридского игрока. Удар великолепен был. Сальдано. Очень трудно было вообще, кстати, это первый удар в ворота. Створ. Если не считать вот этого удара Пабло Эрнандес, который тоже... Его тоже здесь неважно, кто на подборе. А Роналду подхватит этот мяч, наверное, если не успеет. Да, не успевает Диего Алвес. Вратаря нет. 3-1. Так неинтересно. Почему же неинтересно? А знаешь, что он это сделал? Смотри, что Маурини делает. Ставим Валенсии. Вот таким вот образом ошибается. Все-таки это скорее ошибка. Ну, здесь, наверное, он должен был это делать. Потому что иначе Криштиану просто выходил бы на ворота. Обрати внимание, он головой уже бодал мяч, как будто бы внутри штрафной. То есть в том месте, где можно было и руками сыграть. Это было очень рискованно. Я бы не взялся утверждать, что это... А знаешь, что Роналду вот так вот лег? Потому что он точно так же лег, а вот этот момент, который... Хоп! Альбельда. Ничего такого. Пас! 3-2! Сальдадо, вот это да! Альбельда! Но это совсем не интересно. А интересно, кто же отдал эту передачу? Эрнандес? Это чем-то мне напомнило гол сборной России в 2008 году в ворота греков. Помнишь, там тоже мяч спасли. Практически полностью команды в штрафной площади Реала. В том числе и вратарь Валенсии. И подача! Гол! Нет, это пока не гол, но еще игра продолжается. Что там случилось? Что случилось? Сейчас порвут на части главного арбитра игроки Валенсии. Будет два арбитра. Их и так двое, будет трое. Тайшер будет пятеро, как в Кубке УЕФА. А что здесь случилось?